Возможно, вам знакомо это ощущение, когда вы видите сон и в какой-то момент вдруг осознаете, что все происходящее в нем нереально. Обычно после такого мы сразу же просыпаемся, но иногда попадаем в так называемый контролируемый сон. А теперь представьте, что каждый ваш сон может стать управляемым, что вы можете прогуляться по Парижу, сходить на концерт Металлики или, наконец, сдать эту чертову лабу по физике. Кажется фантастикой? Выпускники КПИ, команда Lucidink, работает над созданием именно такого устройства. Так что же такое Lucidink? Lucidink – это такой уникальный стартап, который позволяет каждому желающему управлять своим сном. Вот, мы изобрели такое устройство, которое, собственно, позволяет человеку каждую ночь понимать, что он спит, и научиться со временем управлять сюжетом своего сна и осуществлять свои мечты в мире, который не ограничен законами физики, социальными законами и вообще чем угодно. Основная фишка, что ты засыпаешь с ним на голове, вот, включаешь его и... Тут два типа электродов. Одни на считывание, другие, грубо говоря, на запись. Но нет, мы прямо в мозг тебе сон не записываем. Просто помогаем мозгу проснуться во сне. То есть понять тебе, что ты спишь. И ты видишь себе сюжет сна, и вдруг понимаешь, что о, я могу его начать менять. А он может мне сейчас записать, вот что у меня... Вот я сейчас нахожусь в реальности, он это записывает, а потом я ночью приду домой, усну. Это воспроизведется или нет? Ну, конечная цель проекта – это чтобы можно было, наоборот, записывать сны. Mm-hmm. То есть, чтобы ты могла проснуться и увидеть, чем ты занималась. И, ну, ты будешь это прекрасно помнить, но также сможешь поделиться с другими не только рассказом, там, постом на Фейсбуке, класс, мне такие сны снились обалденные, а еще и сможешь что-то сделать как видео, но это в будущем. У меня эффект плацебо, мне кажется, что там уже что-то происходит, серьезно. Ладно, я пока его сниму. И еще очень интересный вопрос, допустим, если мне не снятся сны, что мне делать, чем мне управлять? Это тоже один из самых классных юзкейсов, mm-hmm. что девайс, можно сказать, вызывает сны. То есть фактически сны тебе снятся каждую ночь, ты просто их не запоминаешь. Спасибо большое за интервью, желаю удачи в продвижении вашего проекта. Спасибо большое. В свое время проект Lucidink вошел в финал Сикорский челлендж. В этом году конкурс стартапов собрал 264 команды. Общая сумма инвестиций составила очень много денег. Смотрите репортаж с ивента здесь, а полное интервью с Lucidink здесь. Создатели электровелосипеда Кейси, команда Wilders Team, начали работу над новым проектом. Они делают багги. Врум-врум. В 2016 году планируется начало новой масштабной миссии по изучению Марса. Возможно, мы скоро узнаем, была ли когда-то жизнь на этой красной планете. Если тебе такое интересно, то подписывайся на Альфа Центаври. Этот паблик для любителей науки и космоса создан тоже КПИшниками. С вами была Карина. Интересуйтесь наукой вместе с КПИ ТВ. В 2016 году планируется начало новой масштабной миссии по изучению Марса. Возможно, мы узнаем, была ли когда-то... Ты слова забыла.